Приветствую вас на канале Орлон Гейминг. Продолжаем прохождение игры CSGO. Всем приятного просмотра. Итак, мы приехали к лагерю Полбурна. Давайте узнаем, что тут происходит. Ты иди, 30. Да пропустите меня, пожалуйста. Так, заходите. Что случилось? Подстрелили. Там, через дорогу. Нужно собрать отряд и догнать их. Не, меня это не касается. Они забрали Мэнни. Ты послал Мэнни за припасами? Я руковожу лагерем, Дик, а не лезу со своими советами. Иди ты, Коу! Вперед. Нам нужно всех спасти. Ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо. Давайте я лучше уйду по старинке, по мостику. Надо проверить боезапас. Вот и байк. Так, перезаряжен. Здесь не хватает патронов. Берем патроны. Коуп, я нашел его байк. Попытаюсь отыскать его самого. Я узнал, что они устроили засаду на шоссе Сантиам. Да, я уже нашел. Конец связи. О, Господи. Это мародеры какие-то? Или ополченцы? О. Не всех они добили. Где они там стреляют? Так, глушитель. Ага. Так, что здесь произошло? Всегда пригодится. Так, смотришь, что тут еще есть? Пригодится. Кто-то орет. Так, вроде как еще один остался и все. Осмотрим. Но это не ополчение. Ну, вроде как. Дик. Привет. Эй. Я бы не позволил ему тебя убить. К тому же, кто еще мне тут починит карбюратор? Мишка. Поднимайся. Медленно. И не звука.
наверное, все равно увидел. Давай, Денис Анжо. Где он? Ты попал! Ты попал! Вот и все. Боже, у тебя получилось? Ох ты ж, вроде все. Засиделся я в лагере. Впервые вижу такую тварь. Пошли быстрее. Да ладно. Давай свалим отсюда поскорее. Да уж, меня уговаривать не придется. Мэнни, давай быстрее. Так что случилось? Что ты там делал? Ну, короче, я несколько месяцев на вылазках не был. Решил, типа, вклад внести, не халявить. Понимаешь? В округе полно придурков с пушками, Мэнни. И очень немногие умеют чинить тот хлам, на котором ездят. Да, да, коп так и сказал. И в кои-то веки я с ним согласен. Слушай, ну почему у нас все вот так? Как так? Все и каждый пытаются друг друга убить. Мэнни, знаешь, сколько народу сидело в тюрьмах до того, как все началось? Я имею в виду здесь, в Штатах. Без понятия. 2.5 миллиона. Прибавь сюда условно и досрочно освобожденных, и получишь почти 7 миллионов. То есть из 35 человек обязательно найдется один, кому срать на закон. И это только те, кого успели поймать. Дальше сам дойдешь? Да, да. С меня причитается. Если бы не ты, я бы уже был труп. Мэнни, знай, впахивай. Ну да, чтоб кормили. Давай, иди уже. Так, это есть. 1.3 километра. Это нам куда? Ага, я понял, куда это нам. Ну, поехали, чё. Ночь надвигается. Вот это уже реально печально. Если сейчас орда какая-то будет, будет максимально печально. Здорово, ребята. Давай, 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 летим. Надеюсь, ополчение не напало на Lost Lake. Так, тут опять зомбари ходят. метров. Так, а тут что, лобез? Коуп, я его нашел. Слава тебе, Господи. Он жив? Немного помят, но жив. Я так понял, группа намадов пыталась вытрясти из него сведения о вашем лагере. Сколько у вас человек, сколько оружия? Надеюсь, он сказал, что оружие у нас завались. И что мы его не сложим. Федералы нам больше не указ, так ведь? Нет, не указ. Мэнни возвращается в лагерь. Скажи ему, чтоб пахал и не рыпался. Отбой. Старая лесопилка. Блин, чего лесопилка. Сложного? Да? Надо убедиться, что у меня всего хватает. Ловушек, патронов, молотовых. Всего, что смогу унести. Угу. Ничего не хватает, честно скажу. Ни патронов, ни ловушек. Ладно, брат, колись. Где ты хочешь взять криозот? Я вижу, тебе нравится гонять на самосвале. А, еще как нравится. Короче, я поехал к старой лесопилке. Там несколько цистерн с криозотом. Этого нам за глаза хватит. К лесопилке? Насколько я помню, там орда. Огроменная. Да, это я, в общем, и сам знаю. Тебе все не мется на тот свет?
Даже после того, как жену нашел? Дик, мы ее вытащим. Да нет, нет, ты не понял. Все под контролем. Ты, главное, будь наготове. Как расчищу дорогу, я тебе сообщу. Конец связи. Погнали отсюда. Вон туда скидываем. Побежали. Блин, только зря я выпустил столько, наверное, по гранату, да? Вот сейчас можно выпустить гранату туда, сюда и по сюда. Так, фугаски, давай, давай, давай. Бежали. Молик. Блин, тут замечательно не буду заложить. А, это фейл. Ну это мы только парочку сняли. Ты кувыркайся, ты дикон, все назвал. Так, они где-то здесь пошли. Ничего не могу сделать. Давай. Орда наполовину уничтожена. Проблема лишь в том, что я наполовину. Да не стреляй, если попадешь. Ай-яй-яй. Надо к байку прорваться. Так, а у нас... Давай, давай, давай. Так, это хорошо. Нужно где-то найти припас. Короче, Рики, по первому ополчению
Мы... Ну, в общем, мы разработали типа супермолот. Супермолотов? Да, ну, в общем, это типа навал. Короче, за меня не волнуйся. Дима, ты нам нужен живой. Не бойся ты, все нормально будет. За меня больше волноваться не надо. Я знаю, что делаю. Вики. Да, Дик. Считай, что я зажигаю свечку. Ясно. Ну, то есть, в данном случае, скорее жгу напалмом, но смысл ты поняла. Да, поняла. Конец связи. Так, ну, блин. Еще целая куча осталось и живых. Вообще ничего нет полезного здесь. Вот прям вообще-вообще. Не так ли? Ядрить-ка выходить. Где же взять эти припасы? Тут трубки не хватает, здесь керосина, и здесь керосина. Где взять керосин? Патронов пока хватает, но надо байк переставить, кстати. Ой. Давайте его поставим вот где-то здесь. В случае чего здесь отступить будет проще. Блин, бомбу с датчиком приближения не сделать. Пусть будет. Положим ее вот сюда. Давайте, ребята, вам сюда. Вот сюда. И сюда. Керосин. Что здесь еще есть? Берем все возможное. Это важнее в данный момент. Это бинты можно сделать. Так, глушители пока установлено все. А, здесь глушитель закончился, понял. Так, сюда я зря зашел. Там он спят. Вот туда как раз бы одну бомбочку закинуть хорошую. Только если бы они не палили меня. А то у них какой-то боль на слух хороший. Жесть там еще. Просто капец. Вон туда надо закинуть. Погнали. Еще бегут! Бегут, бегут. И мы бежим. Проблема в том, что их нужно отстреливать. Ну что, это все, что ли? Черт, робот мах. Ой-ой.
Вставай быстрее, Дикон. Побежали. Отлично. Осталось еще чуть-чуть. Ну и у меня осталось совсем чуть-чуть всего. А энергии-то уменьшу. Дай пройти! Побежали. Ух. Не останавливайся, Дик. Надо брать байк. Как можно быстрее. Так, они вроде потеряли меня из виду. Ловушки очень плохо сработали. Очень плохо. Так, есть такие ловушки. Ну, оно в такой себе. Это все. Что такое мана? Ух ты, ядрит полыхать. Так, отъедем. Блин, снег еще лупит. Капец какой, фух. И скользко. Сволочь! Так, я понял, я не туда приехал. Куда хотел. Ой-ой-ой. Вот, yes. Да что ты будешь делать? Чего он так плохо рулится? Я думаю, где-то использовать манок, там заложить бомбы поочередно. И по мере наступления этих фриков взрывать. Так, давай берем патроны, потому что у нас патронов не осталось. Дикон. А, патронов в принципе не осталось. Замечательно. Тогда тем более, берем ловушку. Я должен поставить ловушки. Блин, как бы их поставить так, чтобы было хорошо. Давайте сделаем вот так. Вот тут одну. Вот тут вторую. Нет тока, ну конечно. Он взрывается потом? Блин, где-то где они все? Вот идут. Быстрей. Не вовремя! Так,
Так, ну еще сколько-то там человек надо перевалить. Ай, блин. Нельзя ж так отправлять. Не подготовлены люди. Так, ну хотя бы аптечку дали, но патроны, нужны патроны. Без патрона я ничего не сделаю. 37, отлично. Это надо. Еще бы найти. Вот и генератор. Вон-то здесь этот генератор, да. Кстати. А, пороха и... Понятно. Теперь много чего другого не хватает. Блин, совсем чуть-чуть осталось, ребят, понимаете? Топливо. Блин, ну я не хочу иззывать всех, потому что будет хуже. Намного. То, что надо. Хотя... Здесь их осталось порядок. Немного. Давай. Зеленый. Зеленый. Черт. Сейчас они все разбегутся. Объявлено военное положение. Не оказывайте сопротивления сотрудникам мэра и полиции. Стойте в очереди, выполняйте приказы, продолжайте движение. Попытка обойти баррикады карается расстрелом. Войдите работе. Блин, большой вес и теперь идут. Первым взорваться. Осуетились. Это все? Больше нет? Больше нет. Блин, да где патроны взять? Где взять патроны? Блин, там орда. И у меня на байке нет. Ну давайте проедемся. Может полицейскую машину где-то найдем. Чё мой байк там делает? Я не понял. Иди сюда. Ладно, уходи. А я вспомнил, что он там делает там. Я забыл, что я переезжал. Так. Особый глушитель. Давай, Дикон, пошли за байком. Осталось всего ничего этих зомби. Где-то должна быть полицейская машина. Или какие-то патроны. По крайней мере, мне так кажется. Здесь домик какой-то с чем-то. Угу. Машина. Полицейская машина, отлично.
Есть. Живем, ребята. Че, они все вернулись? Нет. Иди, они все. Вроде бы это все. Там все. А теперь ловите вы и ловите вы. Убежали? Надо резать веревку. Здесь есть что-то? Здесь можно пролезть. Реально пусто вообще полностью. Плохая идея была ночью пойти. Вообще нет ничего метательного. Демонок. Один патрон остался. Давай внутрь. Здесь есть много чего. Ну ладно. Что у нас здесь? Мне кажется, я знаю, что микрорегистратор. Господи, что это за вонь? А, ну да, ты же новенькая. Они включили вигвам-топку. Что-что? Вигвам-топку. Вон, видишь? Вон она. Выглядит как огромная новая. Погнали. Я ее уж точно чую. В 60-х в таких сжигают. Они работали 24 часа в сутки, как миниатюрная рука. А теперь сжигают. Я думаю, это последняя партия из Фервала. Они ее вырубают. Нас перекинут к сохранению в Iron View. Тут вонять так не будет. Надеюсь. Все, фух. Ребят, это... Это было нечто. Блин, без патронов вообще жесть. Я там не все зачекал. Сейчас подъедем еще. Наверное, подлечимся там. Подождем до утра и только потом направимся на контрольную точку. Я вообще... А, патроны еще пополнил. Вот. Там же шкафчик есть. Надо патроны пополнить. Ай, меня носит. Тихо. Обратно. Да, тут же я завалился. Я уже и забыл. Чё?
Да что ты будешь делать? Кстати, одна взрывчатка там не взорвалась. Я ее не взорвал. Так, это мы тут будем. Вот и все. Так, как нам туда пробраться? А тут где-то, да? Вот. Запасаемся вообще всеми припасами, которые только есть, ребят. Это у меня вроде было все, но по факту не было ничего. Хочешь эти Неро? Открывайте. Итак, что мы можем улучшить? Инъектор Неро. Запас сил тогда увеличиваем. Отлично. Владелец железного майка доверяет нам полностью. Так, тут давайте переведем немножко. Чуток. Можно снова в бой. Да, можно. Самое время. Так, давай. Можно было сразу пополнить боеприпас, а я как-то не заметил этот шкафчик. Ой, особо еще надо пополнить. Все замечательно. Погнали наполнять грузовик криозотом. Нет, так не получится, это красиво, но бывает. В принципе, байк не должен ездить, ну да ладно. Ну ни хрена себе. Я все веселье пропустил. Ага. В другой раз чур я рулю, а ты бегаешь от фриков. Ладно, брат. Давай, вон там останови. Я понял. Так, ну все. Гони в лагерь и жди меня там. Ладно. Только, Бухарь, ты поосторожней. Ну я что, по-твоему? Хренов камикадзе, что ли? Отлично, выкачали навык. Давайте улучшаться. Что у нас здесь? Такое себе тут. Давайте это возьмем. У нас есть микстуры какие-то лечебные, а я их не использую. Так, хотя бы есть смысл их использовать. Что такое, Рики? Грузовик пока не готов, надо еще кое-что доделать. Как закончу, я с тобой свяжусь. Спасибо. Если что, я готов. Дик, ты хорошо все обдумал? Они придут за нами.
если мы не ударим первыми. Ты прав. Ладно, конец связи. Конец связи. Похоже, все готово. Ага. Рики все к рулю подвела. Доедем до главного входа, спрыгнем. И прощай, ополчение. Слушай, а ты точно не передумал? Ехать далековато будет с одной-то рукой. Говняк. Бухарь, мы оба знаем, что это может быть путь в один конец. Ага. Не придется обратно тащиться. Да, Дик, я в деле. А, да. Чуть не забыл. Только два байкера могли ввязаться в такую херню. Только мы. Ага. Ну что, мы едем или как? Все, погнали. А Рики собралась таки. Как дела, Дик? Крутой жилет тебе идет. Рики, Эдди. Спасибо, но нам с Бухарем надо еще кое-что сделать. А тебе говорят. Твои слова запали многим людям в душу. Говорю же, один ты не справишься. Это безумие. Не за тебя стараются, а за него. За Железного Майка! Железный Майк! Железный Майк! Железный Майк! Ладно, слушайте, план простой. Мы с Бухарем едем к северным воротам и взрываем их нахер. А когда все побегут в сторону южных, вам надо просто следовать за Рики. Да? Все готовы? Вы двое готовы? Короче, я сообщу тебе, как проедем мост. До тех пор не выступайте. Ага. Ну все! Погнали! За Железного Майка.
Бухарь, зачем? Бухарь. Как же так, Бухарь? Как же так? Я убью вас. Всех до последнего! Сорян, ребят. Ничего личного. Сара, Сара. Надо найти Сару. Так, где Сара? Держись, Сара! Я уже рядом! Давай, без тебя не заряжайся. Ковчег. Мне нужно в ковчег. Быстрее, 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 иди-ка. Иди к верхней пещере! Пошел! Ну! Бегом наверх и ставь заряды! Да иди уже, мать твою! Ты понял? Иди! Мразь, шизо! Шиза! Говнюк, шиза! Я иду, шиза! Ну, а значит, по-хорошему вы не хотите! Быстрее! Я должен попасть на вершину. Огнемет. Это попадался. Надо как-то мимо пробраться. Сейчас проберемся. И мимо, и не мимо. Убей! Убей! Бери ему задницу! Давай. Собираемся у них. Снайпер. Наверное, там, на вышке. Надо его убрать. Надо его убрать. Убрал. Пойдем дальше. Что у нас здесь? Патроны. Не надо их обойти. Давай, перезаряжайся. Давай, давай, ступай. Дикон. Крыса. Подберем это. Отлично. Уже почти. Давай, давай! Вперед! Да бегу, бегу! Пошли, пошли, пошли! Сбоку заходит. Пошли. Да в голову попади. Больше ничего не надо. Что там? Рикки, ты меня слышишь?
Добрался. Наконец-то. Держись, Сара. Убить предателя. Ложись. Так, это снайпер минус. Давай, пошли, пошли, пошли. Давай скорее уже. Иди ты, тебе охота на воздух взлететь. Ты что, не слышишь? Быстрее! Вот, все готово. Отлично, сколько там? Хватит. Все, к полковнику, идем. Капитан Саркози, разрешите доложить, мы... Сколько зарядов установили? Надо обезвредить. Мы не успели заложить все. Есть. Я тебя спрашиваю, сколько? А где остальные? Три. Три, сэр. Ладно, ладно. Я иду. Я спущусь вниз. Охраняйте вход в пещеру, поняли? Чтоб никто сюда не прошел. Да, сэр. Я понял, сэр. Никого не пускать. И не вызывайте меня по этому каналу. Может, они прослушивают. Давай, пошли, пошли, пошли. Так, второй заряд. Давай уже, сволочь. Так, ну, вроде бы все. Еще один. Надо найти последний. Я рядом, Шиза. Я уже рядом. Давай, вот давай, давай, давай. Аккуратненько. Есть. Так, там птичка. Все. Сегодня ты ни хрена не взорвешь, Шиза. Не сегодня. Вон труп! Бери его! Он меня зацепил! И вышибем ему мозги! Не уверен, что я тут. А вот ты вполне. Огонь! Огонь! Больно. Так, давайте осмотрим все здесь. Что ж ты стреляешь-то? Погнали к полковнику мы там. Эй, понял. В принципе, понял. Отход. Укрытие. Давай. Убить его. Это что такое? Плохая винтовка, честно. Где этот сраный детонатор? Пошел ты, чтобы меня тут завалило! Уивер, ты сам знаешь, что у нас есть приказ, его надо выполнять. Говори, где! Уивер, где этот чертов детонатор? Отдай его мне! Шиза, лучше отпусти его. Ну! Черт! Эй, эй! Так, давайте уничтожать этих всех ополченцев. Да. По-моему, самое время. Всех перебьем. Уивер, уходи отсюда! Быстрее давай! Мои люди давай, возле вали. Северных ворот! Уходи! Какой же ты упертый сукин сын, Санчо! Я слышал, что ты сделал. Как ты их убил? Всех тех упокоителей. О да, ты утопил их, как кучку сраных крыс. Ты оказал миру услугу. Но Майк бы с тобой не согласился, верно? Просто чтобы ты знал, я не хотел его убивать. Ой. Я правда не хотел, Дик. Я оставил мне выбор. Я пытался до него достучаться, но он не хотел слушать. Ни в какую. Ты, наверное, сгораешь от злости, да? Аж сюда приехал за мной.
Ты вернулся за ней? Да? Так ведь? А, да, ты же вернулся за своей девчонкой. Но у меня для тебя плохая новость. Когда Коури тебя освободил, полковнику это очень не понравилось. Очень. Расколол ее как яйцо. Как яйцо, мать его! Тебе уже не нужны. Шиза! Все! Хватит бегать! Выходи, Шиза. Я хочу тебя убить. Фига себе. Козел! Я ж тебя голыми руками утоплю! Ты понял? Долго так будет? Давай. Ты знаешь что? Раньше я бы, пожалуй, вытащил бы тебя водище. Ну, типа фриком на корм. Но не, ты не бойся. Я так не сделаю. Знаешь почему? Они, конечно, тебя разорвут. Но как-то без удовольствия. Происходит там, за стенами ковчега. Но это все там. Внутри мы в безопасности. Здесь нам ничто не грозит. Вы слышите? Это убежище нам уготовил Господь. Это святая земля. Здесь мы в полной безопасности. Здесь мы в полной безопасности. Я не знаю, когда и почему, но я видел нечто, может, месяц назад, ощутил нечто, чего не ощущал уже давно, и я знаю, что многие из вас разделили это чувство. Я думаю, что мы... Дикон? Будь добр, пистолет. Сядь. Отпустите их. Все кончено, ополчения больше нет. Не желаешь ли чаю? Очень вкусный. Сара, налей нашему гостю чашечку. Ковчег был последней надеждой. Ты, конечно, понимаешь. После очищения мира один лишь ковчег мог позволить нам все восстановить. Он хранит все, что для нас важно. Разве что так и не нашли, кто бы играл на пианино. Но теперь не важно. Когда все кончится, некому будет слушать музыку. Ты все разрушил. Все ради чего
Мы трудились. Нет, полковник, не я. Это вы начали святую войну. И если выбирать между вами и фриками, я бы выбрал фриков. Эти хоть убивают просто ради жратвы, а не как вы, безоружных женщин. Нет! Где Бухарь? Погиб. Сходи, принеси воду. Да, хорошо. Эй, а вы можете там навес поставить? Помогите! Эй! Эй, вон там вход в пещеру. Там припасы, медикаменты. Бери людей, иди. Ты и ты со мной. Рики! Эдди! Я помогу. Я врач. Все кончено. Те, кто не был убит или задет взрывом, попросту сдались. Где Бухарь? Рики, мне нужна помощь! Северные ворота! Южные ворота! Бегом! Рики! Я не вижу. Иду. Прошу вас. Я ранен. Помогите, ну, прошу! Меня кто-нибудь слышит? Нет. Чем тебе тут помочь? Эй! Ты мне-то оставил? Он выжил? Бухарь. Извини, опоздал. Нет. Нет. Я спрыгнул. Какого хрена? Прямо на краю же... моста. Я видел машину! Не-не-не, взрывная волна. Даже под водой дряхнула. О, покатался. Что? Ты что, решил, что я подорвался? Кто бы тогда тебя доставал? Ну, я. Привет! Привет. Сестренка. Это долго рассказывать. Ну? Слыхал, тебя кое-кто ищет. Что? Все уши мне прожужжал. Ты его не слушай. Это была вообще его идея. Рики! Эдди! Кто из вас меня отсюда везет? Тебе обязан. Говорят, ты собираешься тут все восстанавливать? У полковника были хорошие идеи, если откинуть весь бред. От кого-то я это уже слышал. От кого? Коури? Знаешь что, пошел он. Эй. Бросил нас подыхать. Если б не он, мы бы сдохли. Как скажешь. Короче, попробуем еще разок без армейской херни. Эй, ты мою речь пропустишь. Ну и ладно, рыдать не стану. Брат, победили! Ты победил. Слушай, честно говоря, я ведь реально подумал, что ты решил сам подорваться. Ты чё, у меня ещё здесь дела? Задай им жару. Задам. Джек бы гордился. Ты победил. Мы победили. Иди сюда. Ну? Говорила я, полезно зажечь свечку.
Это не хреновая вышла свечка. Ага. Да. Я с нетерпением жду твою речь. Хватит, ну какая там еще речь? Мэм. Черт. Хватит с меня. А что такое? Почему все притихли? Ну, тебя ждут. О, твой черт, твою ж. Я знаю, что у нас очень много дел. Так что... А так. Я не лидер. Уж как хотите, это так. Но... Сегодня вы сделали такое, то есть мы сделали. Сражались плечом к плечу. И не по приказу каких-то ублюдков. А потому что так было нужно. И что вышло? Победа! Вы боретесь за жизнь, за спасение других людей, чтобы все были живы и сыты. И вы жертвуете всем, что у вас есть, и даже собой, чтобы мир стал лучше. И вот... Поэтому мы здесь. Поэтому мы живы. Ведь без надежды на лучшую жизнь и на лучшее будущее нет и борьбы. Вот Железный Майк считал, что мы сами можем менять мир своими руками. А? Что мы сделали? А? Что мы будем делать? Видите? Это только первый шаг. А, говорил, будет не речь. Да, облажался. А, ну, как получилось? Ты знаешь, неплохо для вольного байкера. Вольного байкера, значит, а? Ну, покатаемся, красотка. Я даже не знаю, смотря где. Да где сами захотим. Вот такая получилась игра. Просто замечательная игра, ребят. Очень классно. Мне очень понравилось. Спасибо всем, кто был со мной во время этого прохождения. Надеюсь, вам также очень сильно все понравилось. А теперь просто посмотрим титры и послушаем музычку. Sometimes don't it make you wonder, darling, when will it come to an end? 'Cause the price we paid left a mark that stains, and I don't think I'll ever be the same. We might have kept a black and blue. We wait.
secrets waiting for me when I get to my grave, 'cause the price we paid left a mark.